когда тарифы выросли в несколько раз, а лифт не работает уже полгода. Дорого платить за воду и газ. Обманывать людей уже входит в моду. Взрослые и дети знают, кто за это в ответе. Это тараканы. Значит так. Действовать будем по моему гениальному плану. Законно избранная власть разработала пятилетний план. Законно избранная власть. Я разработал гениальный план. Из досье детараканизаторов. Таракан Геша. Также известен под именами Гепа, Герпес, Злобный карлик. Единственный таракан, который в случае опасности меняет свою окраску или притворяется мертвым. Речь связанная, но абсолютно бессмысленная. Постоянно врет. Нюхает порошок для тараканов. Страдает комплексом Наполеона. Отбывал срок за мошенничество в тюрьме для тараканов, откуда сбежал. Очень опасный и вредный таракан. Я разработал гениальный план. Сначала захватываем эту квартиру, потом захватываем этот город, а потом весь мир! Власть действует последовательно. Значит так. Нападаем внезапно. Территориальная громада в ауте, все в панике, мы в шоколаде. Нам здесь жить! Пленных не берем, разрушаем коммуникации, съедаем всю провизию. Я лично займусь этим вопросом. Из досье детараканизаторов. Таракан Миша. Таракан имбецил. Добр, наивен и очень доверчив. Легко идет на поводу. Любимое блюдо – окорочка. Нюхает порошок для тараканов. Страдает манией величия. Постоянно называет себя властью. Проходил курс лечения в клинике для душевнобольных тараканов, откуда сбежал с помощью таракана Геши. Не очень опасный, но очень вредный таракан. У нас есть плацдарм для захвата города, но нет денег. Мы должны пробить стену, отделяющую власть от народа. Да. Только не пробить, а продать. Я лично займусь этим вопросом. На врученные деньги надо купить какой-нибудь транспорт. Власть очень хочет новый троллейбус. Ладно, получишь троллейбус, даже за руль подержишься. Власть довольна сотрудничеством. На троллейбусе мы доезжаем до здания горсовета, врываемся вовнутрь. Городская громада в ауте, все в панике, мы в шоколаде. А всех несогласных власть садит за круглый стол для переговоров, и тараканы в белых перчатках учат их жизни. Нам здесь жить. У нас есть плацдарм для захвата мира. Но нет денег. А городской бюджет разве не резиновый? Нет. Поэтому мы продаем твой новый троллейбус. Власть хочет провести дополнительные консультации. Ладно. Оставляем твой новый троллейбус, продаем все трамваи. Власть беспокоит судьба депо. Там работают простые люди. Тогда пиши. Депо распустить, я дарую людям свободу. Я лично займусь этим вопросом. Дальше. Мы сдаем весь город вместе с его жителями в концессию. У нас появляется бабло. Бабло побуждает зло. Мы покупаем самолет и летим на нем в Голландию. Ура! Ура! Власть улетает в отпуск на рыбалку. Нет. В Голландию мы летим за провизией. А чего в Голландию? В Голландии провизия легализована. Далее. От Голландии до Великобритании рукой подать. Я уже сделал себе английский паспорт. Врываемся в Букингемский дворец, королева в ауте. Мы контролируем ситуацию, все в панике, мы в шоколаде. Унс хер вонен. То, что ты сейчас сказал, ты сам не понял, что ты сказал. Что такое унс хер вонен? Нам здесь жить. Молодец. Именно так мы захватываем весь мир! А пока... надо морально подготовиться. Главное понимать, ничто уже не вернется на круги свои. Никто ничего никуда уже не вернется. Вперед! Унсхер вонен! Дорогой, по-моему, у нас на кухне тараканы. Дети знают, кто за это ответит. Это тараканы.